OMTV.ua Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Солов'їний пам'ят іздівається над донецьким гауляйтером Пушиліним, проводя параллели между сектором Газа и Донецком. Соловьев возмущается, что площадь сектора Газа почти равна площади Донецка. Слушай, знаешь, я вот беседовал с палестинским журналистом и вдруг посмотрел, а площадь сектора Газа ведь равна площади Донецка. Разница в 7 квадратных километров. И никто не возмущался, когда украинцы якобы 8 лет донбили Донбасс. Вот 3 недели, как бомбят сектор Газа, весь мир об этом говорит, народ выступает, погибшие дети, все ужасно, согласен, гуманитарная катастрофа. 8 лет нацистские сволочи утюжили Донецк. 8 лет. Все молчали. Посмотрите на лицо донецкого гауляйтера Пушилина. Что в этот момент проносится в его голове? Сравните сектор Газа после 3 недель бомбардировки и Донецк после 8 лет беспрерывных обстрелов. Тот самый случай, когда кремлевский пропагандист разрушил один из столпов кремлевской пропаганды, послужившим одной из причин широкомасштабного вторжения. Анджелина Джоли, арабский мир, возмущенные представители еврейского сообщества в Америке. Ни демонстрации, ничего. Все молчали. Та же самая площадь. То есть прям думаешь, знаешь, вот, параллели очевидные. Ну так, что-то как-то подумал, знаешь. Аж до сердца дошло. Здесь сразу же возникает много вопросов. Че, проиграл войну, да? Кто проиграл войну? Ты проиграл, да? Ленд-лиз мы подписали с американцами. Сейчас будет современное оружие по вас херачить. Мы и так вас джавелинами накрыли и стингерами. А сейчас будут гаубицы, сейчас будут танки, самолеты. Так что не говори гоп, пока не перепрыгнул. А что-то мы перепрыгнули, а вы-то назад идете. А вы назад. Откуда делись из Киевской, Черниговской, Житомирской и Сумской областей? Куда вы делись? Значит, у нас очень много есть стран, которые за нас. Очень. Какие за вас? Эритрея, Северная Корея, Иран. Еще 2 страны я забыл. Напомни мне, какие за вас. Чеченцы за нас. Чеченцы – это отдельная страна. Да. Ты вообще хоть географическое и административное устройство своей России знаешь, нет? Не знаю. Ну так а чё ж ты сюда выперся рассказывать чего-то? Ну как бы я никого не собираюсь здесь это переубеждать. Просто даже общаюсь. Не, даже не получится. Я спрашиваю, какую мысль доносишь? Что людям хочешь сказать? Да я ничего, я узнаю, общаюсь. На какую тему ты общаешься? Как настроение людей, что думают, какие претензии. Кому претензии? Ну, у меня есть претензии к Соединенным Штатам. Почему только сегодня стали грузить нам гаубицы М777? Почему не вчера, почему не позавчера? Вот у меня к США есть маленькие претензии. К России претензий нет. Зафигачим, ожигаешь, уметь будет. Угу. А что тянут-то? Почему действительно это же... Потому что демократическая страна, долгая процедура. Хотелось бы побыстрее, чтобы эти процедуры происходили. Но как бы демократия требует процедуры. Это же не Россия, где так вот, без процедуры. Захотели, напали, захотели, не напали. А там демократия, там надо процедура. Получается, ну, диктатура... Лучше... Диктатура лучше для войны, да. Для мира диктатура не принятие подходит. Решения, да. А для войны диктатура подходит. Другой вопрос, зачем эта война тебе? О, вот в этом вопрос. Тебе эта война нужна? Ты поддержишь войну? Ну, войну... Это спецоперация для тебя.
Не, войну никто не поддерживает. Как это никто? 80% населения России поддерживает спецоперацию, так называемую. А ты мне тут рассказывай. Не, я говорю, это в общем плане. В общем плане мы все за мир, в поле трактор, дыр-дыр-дыр. Я тебя спрашиваю о конкретной войне, а ты мне начинаешь философию разводить на весь мир. Понятно. Ну, я тебя спрашиваю. Безусловно, большинство поддерживают у нас. Во. А ты поддерживаешь? Я поддерживаю. Зачем тебе эта война? Что ты с этой войны хочешь? Освобождение от обоих народов. И нас, и украинского. А от кого ты украинский? А ты спрашивал у украинского народа, нужно ли его освобождать? Или ты решила так, что надо освободить? Проснулся, думаю, подвиг совершу сегодня. Освобожу украинский народ. От кого, непонятно, но хочется освободить. От кого ты хочешь освободить украинский народ? Ну, хотя бы от незаконной власти, которая была... Пришла-то в результате Майдана. Подожди, а кто тебе дал право? Я понял, подожди. Кто тебе дал право определять, что в соседней стране незаконная власть? Встаю я с утра, думаю, ёлы-палы, а в России-то власть незаконная. Путин-то себя обнулил. Давай-ка я нападу на Россию, потому как у них власть незаконная. Вот такая вот логика у вас, понимаешь? Встали вы с утра, блин, а в Украине ж незаконная эта власть. Надо освободить от незаконной власти. На основании чего вам такие мысли приходят в голову? Аж интересно. Вы что, старший брат? Нет. Умнее нас или как? Ну-ну. Не, ну Путин же уже объяснил, почему он напал. Я у тебя спрашиваю. То, что Путин, ваш фюрер, объясняет, это как бы листочек, которым потереться можно. Это для вашего внутреннего потребления. Мне интересно, вы думаете или нет. Вот ты решил, что надо освободить украинцев от какой-то незаконной власти. Ты юрист, что ли? Нет. А почему ты решил, что в Украине власть незаконная? Ну, потому что любая, ну, смотри, любая власть же, она как, она избирается в результате выборов, правильно? Кто? Любая законная власть избирается в результате выборов, да, правильно? У нас законно избран президент Порошенко. Причем тут референдум? Ну, а перед этим что? Что? Это был Янукович. Ну, так он самоустранился, сказал, что... его вывезли, Путин сказал, что была проведена спецоперация, вывезли легитимного президента с территории Украины, и что мы должны были делать, ждать, пока Янукович прилетит назад на голубом вертолете? Нет, меня, я не немножко тебя... Не, подожди, нет, я тебя немножко другое спрашивал. Не, подожди, это мы в словоблудие упремся. Мне интересно другой вопрос тебе. Вот у нас произошло какое-то событие. Ты вдруг решил, что оно как бы незаконного там произошло. В другом государстве. Но это в другом государстве. Это не твое государство. Почему ты решил, что если в другом государстве, с твоей точки зрения, что-то незаконное произошло, почему ты имеешь право туда вторгаться, в это государство? Как ты считаешь? Вот это меня интересует. Не, ну такой же вопрос мы можем задать вашим-то западным партнерам, да? Не-не-не, я у тебя, ты перескакиваешь с темы на тему. Я у тебя спрашиваю, почему ты вдруг решил, что ты имеешь право а. определять, что в другом государстве что-то незаконное, б. на основании а. ты принимаешь решение, что мне надо вторгнуться на эту территорию. Ну вот объясни мне эту цепочку. Не надо здесь американцы, там НАТО и так дальше. Почему ты решил, что ты можешь определять законность или незаконность на чужой территории и туда вторгаться? На основании чего? Если я объясняю. Да, я слушаю. Ты меня послушаете, да? Конечно. Вот. Если я вижу, что в соседнем государстве установилась другая власть. Тебе какое дело? Что значит другая? Давайте я это договорю, законная, я же вас не перебиваю. Незаконная. А, извини, прости. Давайте вот. Да. Давай. Я продолжу мысль. Давай. Да. Итак, ты видишь, что вижу, что-то там незаконное. Да, все произошло, по моему мнению. Ну, что-то я незаконное. Я вижу все признаки, да. Я вижу, а что тебе какое собачье дело до другого государства?
Ну вот в Эритрее переворот там где-то в Африке. Тебе какое дело? Вот вы, вот смотрите, вот вы пытаетесь узнать мое мнение, да? Да. Я вас... Я не мнение, твое мнение мне понятно. Мне интересна твоя логика рассуждений, что вот ты встал с утра, решил, что в Украине переворот незаконный. Ну, решил ты для себя, хорошо. Он незаконный. Ну, незаконный, да и незаконный. Это другое государство. Оно тебе не угрожало, это государство, никаким образом. На тебя оно не напало в результате этого переворота. И ты вдруг решаешь, что вот оно незаконно. Возьму-ка я наведу-то там порядок. В связи с чем? У тебя мандат есть ООН на какую-то миротворческую миссию на территории этого государства. Или ты просто так себе решил, а надо там навести порядок. Почему? Потому что я старше, я умнее, у меня больше армии. Да? Мне вот эта логика интересна. А ты начинаешь мне рассказывать свое мнение, оно мне понятно. Я понимаю твое мнение. Мне интересна логика твоих рассуждений. Когда я вижу, что у соседа присутствуют все признаки того, нет, что там развивается. Это ты рассуждай опять-таки. Ты начинаешь образно сейчас рассуждать о соседе, о пожаре на его территории и так дальше. А я тебя свожу к международным рамкам. Есть у тебя страна, в которой ты живешь. Есть у меня страна, в которой ты живешь. В моей стране что-то происходит. Никакой угрозы для твоей страны нету вообще. Потому что страна маленькая, армия маленькая, ядерного оружия нет. У тебя ядерное оружие, 1,5-миллионная армия, 6 флотов. И вдруг ты решаешь, что маленькая страна, у которой 200 тысяч армий, флота нет вообще. Вдруг, боже, она стала такой страшной, она стала тебе угрозой. Если для тебя Украина угроза, подавай международный суд. Либо ты признаешь право силы, либо ты признаешь силу права. Ты какое признаешь, право силы или силу права? Силу права. Силу права. Значит, да. Если ты считаешь, что Украина для тебя угроза, есть международный суд, есть международная ООН, организация, которая эти вопросы разбирает. Почему ты не подал, почему твой лидер не подал в ООН и сказал, Украина нам угрожает, вот, вот такие вот есть факты угрозы со стороны Украины, товарищи ООН, дайте нам мандат на миротворческую миссию на территории Украины. Ты проделал этот путь, уважая право, силу права? Да. Нет, не этот проделал, путь, никаким образом. Этот путь проделали 8 лет в Совете Безопасности. Никаким образом вы не проделали. Мы 11 раз с 2014 года, мы, Украина, с 2014 года, 11 раз предлагали в ООН, в Совете Безопасности, миротворческую миссию. Кто зарубал 11? Предлагали же им. Да, мы предлагали миротворческую миссию при президенте Порошенко 11 раз. Кто в Совете Безопасности применил право вето? Кто, подожди, кто право вето применил по поводу миротворческой миссии? Какая страна? Угадай с трех раз. Ну, конечно, Россия. Россия сказала, не надо никакой миротворческой миссии. И вдруг, 24 февраля, ты просыпаешься и решаешь, что как бы, надо применить право силы. Потому что 8 лет бомбили Донбасс, да? Да. Да. Вот все. Как бы твое мнение мне понятно. Да, мне понятно. Это 8 лет. Да, подожди, ты знаешь, сколько за последние 2 года погибло в так называемом. Подожди. Ты знаешь, сколько человек погибло за 2 года, 2021-2020, в Донецке и в Луганске. Ну, в целом по региону. Знаешь, сколько мирных жителей погибло? 13 человек. И ты вдруг решаешь, что эти 13 человек, ёханый бабай, Так были забомблены, что надо расхерачить Изюм, Мариуполь, Бородянку, Ирпень, захватить вообще международный объект, называется Чернобыльская АЭС, создать угрозу миру, потому что 13 человек в Донецке и Луганске погибли, бомбили Донбасс. Да? Шел вон. Ну так. Что-то как-то подумал, знаешь.
аж до сердца дошло. Сахал расширяет наземное присутствие в секторе Газа, вводит дополнительные войска в анклав, заявил представитель израильской армии. При этом начало полноценной наземной операции Тель-Авив отрицает. Сообщается, что бойцам Цахал удалось продвинуться примерно на 3 километра на севере анклава. На фоне обострения ВВС Израиля значительно активнее обстреливают сектор Газа. Цахал отчитался о поражении 600 целей в анклаве за прошедшие сутки. Израиль ведет беспрецедентные бомбардировки суши, моря и воздуха. В анклаве настоящий ад.